заново. То есть тут хотят, чтобы уже люди все знали. Теперь ты охуенный танк. Да. Так, что, суммоним их, что ли? Будешь сама теперь всех говнить, как ты поставил. Рога, зайди винт. Хони, Бонни, ё... А, пошли на суммон. Зирел, а, уже все тут, да? Заходим, винт. Никого не надо суммон. Чего вертолак? А, вот. А, что, ты не хочешь никого, что ли? Я в танке, так и так. Ну ладно, потанчик. Тут варик какого трайка убиваем. Так я не понял, вы спекаете Алису в танк или нет? Алиса, вот это все нормально. Тогда Рога, блядь. Давай, Рога. Будешь бегать туда-сюда назад. А чё, а кто танк тогда? Я. Мастер. Хорош. Ты мейн танк, я повожу там этих нанобин мужиков. А чё там вводит там один жук? А, ну да. Введу под босса, значит. Закиньте на этого мага гильду. Что, фул ребята раздали? Да. Ша, закинь. Плюс они в рейд. Плюс они магом. Плюсуй, плюсуй. Рыбу. Жрём. Да. На это не было тут поставить. Тут боешки не падают, да? Нет. Только рецептор один. Блин. Давайте так, быстрее. Так. Чё завтра, мастер? Во сколько будешь заходить? Ну я не знаю. Будет видно. Это должен быть где-то в 3 часа, если проснуться. Думаю, в 5 как минимум он будет. Ну, в 5 там целка. Снобольный подвоз. Кислотку не хочешь потанчить? Давай. Алиса, где ДПС? Я не знаю, я сама в шоке сижу, типа с пула было 3к, сейчас, хотя у меня с пула намного больше, чем сейчас должно быть. Рога на звезду, на пуль, которая вылезет ядовитую. На мишку. Подбегает по танку, который. Не стоит выжить. Блин, так снижу. По танке бегите. Разморозь меня. Бэр, дайте по нему. Редру. Шансунг на хп. Союз нерушимый. На хп, да, магом. А, я привык, что он пуст.
Да престол вчера фармил. Мана залейте хилу с торшами. Захильте, пожалуйста, друида. Друида, лохи. Что я за сдохли? А, наверное, почему это Анчо? Анчи. Ты там, потому что танк. Мастера хил, не? Нахуй надо. Да пошли с ним играйте. Падайте. Падаем. Короче, будем их разводить нахер. А вот мне интересно, в рейде кто-то знает вообще тактику на этого босса? Нет. Нет, это тот первый раз. На какого? Черви. Йормунгары. Жуткая, кислотная. Ну, чисто так, давай на вскидку. Я попробую. Танчат два танка. Тот, кто... сейчас. Огненную отворачивает от рейда, потому что бьет. И получает танк, получает дебаф для разморозки. РДД набирают рейндж для того, чтобы в них блевало, как можно меньше заблевывало человек одновременно. И стараются держаться, в принципе, изначально полукругом со стороны второй змеи в полукругом вокруг кислотной. Давайте теперь я расскажу. Значит, у червяков, их два червяка. Червяки дают дебафы. Основное, что надо понимать, огонек, он горит и вешает его вокруг. Токсин, он вешает яд и постепенно снижает скорость передвижения. Через сколько-то там секунд будете стоять в стане, то есть ничего не сможете делать. Вроде как баблом снимается. Так, теперь. Червяки, они непростые. Сначала выходят два червяка, и правый червяк, огненный, жуткая чешуя, он всегда находится хвостом сверху, то есть он не под землей. Тот червяк, сейчас подожди, я расскажу, это очень важно. Тот червяк, который находится с хвостом на земле, он подвижный. У червяков есть две фазы, одна неподвижная, другая подвижная. Так вот, когда неподвижная, червяка хвост не видно. Зеленая всегда вылазит из-под земли, потому что с пула все они всегда появляются зеленая из-под земли, то есть она в этой фазе. Когда червяки зарываются, мало того, что они меняют свое местоположение, оценить их можно по облачку пыли, танки передвигаются к ним, они меняют свою фазу. То есть тот червяк, который был зарытый с хвостом, у него хвост вырывается, а тот, который с хвостом снаружи был, у него хвост зарывается, вот хвост внизу остается. И по этой отличительной черте можно определить способности, которые применяют червяки. Червяк, который ползает, всегда оставляет лужу под собой и плюет только в танка свой дебаф. Червяк, который под землей находится, плюет дебаф в рейд и крутится. Тот, который крутится, его должны бить РДД, потому что крутилка откидывает велика. Вот. Соответственно, дебаф плюет тот, который под землей хвостом находится. И он плюет его в человека, в одного. И те, кто рядом с этим человеком стоят, они получают такой же дебаф, что токсин, что желчь. Вообще, по официальной тактике их бьют, то есть, ну, делят ДПС на две части. И их бьют одновременно. Моточилки поделаем. Дело в том, что это официальная и правильная тактика, бить их надо одновременно. Дебафы нейтрализуют друг друга. Танчатся червяки недалеко друг от друга. Тот червяк, который не двигается, к нему подводится тот, который двигается, только не сильно близко. Потому что появляющаяся лужа под двигающимся червяком не должна находиться в танке, который стоит с червяком, который не двигается. Ну, короче, вы поняли, да? Очень много информации, это очень сложно все понять, я понимаю. Я тебя просто не слушал. Ну, вот так вот. Просто большинство не знают, не видят два червяка и все, а что, как, не понимают. Я за хвосты не знал. Ну, мы тоже в актуале на дырку лепили одновременно, что там эндрейд больно. Надо одновременно бить. Зергать одного — это вообще не вариант. Ну, это зергать как бы играют.
Но не такие рейды, как у нас. Снимите с меня эту падлу. Отведи ползающего отсюда. Ты возле меня лужу оставил. Так, на мне дебаф. И на мне. Ты должен близко к танку находиться, чтобы успеть снять баф. Ну, тут зеленые люди тоже стоят. Стойте дальше, да? Вот как я вас по никам поназываю? Мухус вот этот. Ретрик. Мухич. Нормально, да? Вот смотрите, они меняются. Фазы у червяков меняются. Кислотная теперь бегает. Сейчас будет лужа. Еще он плюет перед собой. Вот плюет. Токсин на мне, Неверслип, подойди ко мне. Неверслип, подойди к Мишке. Все хорош. Когда червяк находится в фазе хвост под землей, он сейчас будет еще плевать в рейд. Все, теперь у него фаза будет хвост на земле, он будет плевать только в танка свой дебаф. Теперь мы точно не вайпнемся. Иннер под рулю, дай там. Так, на мне. Не первый раз за 9 лет я включу. А, блядь, на мне дебаф. Сражайтесь или погибните, герои! Танчи. Там рога танчи. Бздилку дай на рогу. Чтобы не бездел. Первый раз за 9 лет включил себе звук Вовки, блядь. Короче, понятно, что на вальках надо на 25 хилов там. Ну, если честно, первые разы они почему-то не хотели просто переключаться, чтобы раздубешить другую. Потом, видимо, решили, что лучше переключиться, чем побегать. Да ты видел, там дамаг от шариков ловили. Один шарик в рейд прилетает, минус пол хп в рейде. Вот это минус пол хп, оно должно захиливаться быстро. Ну, всегда на циркуле убивали именно под стенкой, где они выходят. Там нормально убивать, потому что рейндж ДД не лутает так много шариков. Ну, то есть, сколько там лет, 6-7 назад, когда это было, тоже на дырку людей все время были. Там на циркуле постоянно их так бьют. Они бьют нам в начале инста, блядь. Не, ну, где-то, где ты видел там, блядь, блядь, спять, прям, да? Не, пошу, я играю. Ну, стан ебал. Я играл типа на X10, то там их просто разводили в два разных портала. Ну, а я тоже там так играл, но потом у нас гильдии когда было, то мы сводили их там как раз в конце.
Ну и разводили тоже там. Надо будет в десятке обычки попробовать по 40 фана на портал поставить. А вдруг ДПС будет. Ну я видел не Джоуки, как его, эти ваши, блядь, гильдии было. Я видел видео, когда ты с ним. Что вы били на середине босса. А чё вы? Типа ДПСа больше. Что же еще пора разбираться? На, на. Бля, о, блядь, вот забери. Мотайте босса. Чё за приколы? Вот рецепт. Ресните рака, блядь. Гипа нахуй. Из Реала это чей, блядь, паладин? Андрей Ретри, кто его вообще думал? Так, а тут же ж 5 стаков, правда? На чем? На Джеракс. Ага. Давай я в кота тут спекнусь. Давай. Здорово. Сейчас великий чернокнижник. Запустили уже. Призовет вашего нового противника. Инту бахнуть. Вар без инты вообще не вар. И лапу. Так, ладненько, ребят, всем спокойно, до завтра. Пока. Так, мне еще немного, да, осталось. Короче, покупаю последние Т-10 на танки, перчатки и все. Мне, да, уже не надо, блядь. Разве что, блядь, 4 куска Т-10 куплю на ДД. Ты чё флудистом? Так чё ты этот, не выбьешься, са? Чё, перчатки? Ну. Они никогда не падают. На ДД, блядь, упали, я сролил и дал к Назаруку. За Сердоль. Я как не вожу ВСА, вот того класса, которого у меня нет, у меня всегда падает А8, Т10, по-моему. Да, у меня такое же. Пошел паладином, ни хера не упал. Пошел варом, сам на паладина, блин. Да я вообще квесты не делаю на острове. Там шея бисовая, но я не делаю. О, бля. Я шею это 3 месяца делал, так знаешь. Если честно. 30 почетных знаков, ебать. Так типа я их на рулетке больше накрутил, вот эти вот почетные знаки. Потом где-то так. Они не падают. А, пошли там жетоны, да, падают точно. Сука, раги нет. Пробивай, тварь. Дебаф захильный. Что должен быть? С диспель у меня когда был. Ой, дай спокойствие. Надо его в книжке заклинаний найти. Я во время боя не могу вытащить, что за говно. А тут есть такая фигня. Дерьмище, блин. Беги, малыш!
Отведи босс. Это гиена, это не ужас. Ну там разлив вар. Минимально. Больше. Должна быть уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив... Да там, за Гришей. Что-то без музыки вообще не играется, сейчас включу музыку. Я ногой ударилась об стол. ДПС сейчас вырастет по-любому. Рага будет, рага будет. Берсу уйдет. Сила рун регенится. Пиздец, мне что-то хром не открывается. Это все Сирус. Из-за того, что ты в комбате был. Типа, шипешники, ничего себе. Одни РТД. Угу. А, Вой, у тебя есть ассист? Нет. Эй, бурдалака забери! Бурдалака забери! Всё, пуляем, поздно, пошли. Пуляем. Блядь. Я даже не зашёл в игру. А, повис. Хорошо. Чили меня. Я справа, давай. Увы. Жалкая тряпка. На. Падайте. Держи своих петов из себя. Алиса, мы. Блин, за что? Че, вурдалак на агрессии стоит? Нет, просто правая кнопка мыши на агрессии стоит. Ну че, они тебя там доковыряют, не? Заходим. Тупые вайпы. Хоть музыку включил, блядь. Так, я еще ни хера не ел, блядь. Ты могла бы сказать, что ты специально нас вайпнула, чтобы мастер включил себе музыку. Это все план, все нормально. Нате вам стол. О, пара меликов нарисовалась. Так, где у меня две деревья? Вот он. Так, это хуйня хил, блядь, полумесяц. О, так, заливаем сову. Энх. Ух ты, я энха держу. Не, давай ты ДК, я Вара. Какого ДК? Ну так, вон там справа. Третий, там энх еще. Шабад. Три милика. Ну, шокул с вихрем, блядь. Ну тебе шокула по-любому, на меня бдилку. Крест, да, хочешь? Ну пускай заливает. Че, кого мне пошипать? Жреца? Держи на себе ДК, я заберу шокову. С
Самый опасный хулипал, он больше всех хилит. Пошли. Не диспелит никто. От ромбика бегите. От ромбика бегите. От ромбика уйдите. Ворой еще сунг. Пытаюсь, тут не по два. Этот обновление не воруется, что за херня. Да, не воруется, сука. Так я диспер. Так, на мне стан. Сделаем вот так вот, блять. Бабл. Здесь нет фазы справа. Они двоих забили, блядь. Надо было билку на тебя кидать. Он бьет, когда он на мне истил. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Че, продолжаем вайпы на Валька, да? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Жуткие валькиры. Пусть состязания начнутся. Жуткие. Погнали. Блин, у меня просто не откатился, вы издеваетесь? Чего не откатил? Беру. А, когда, блядь, я понял. Ты
хорошую спецспособность. Поменяли. И бьем черный. Ой, светлый. Черный, блядь, спил просто. Лиса, если что, бомжи у тебя тоже будут. Почему? Меняем, бьем белую. У них нет ротации даже. Какая ротация, блядь? Бомжи это бурс, сбивают вас. Их только на некоторых боссах не используют, где есть дохера трэша. Темная воронка, зали темно. Они и так стёмные. Так, темный. Темный друид, блядь, задр. А тут сильно не прошибают. Залейте на эвро ману. Этот меч постоянно повеет, когда на. Тут запись падает с кого-то, нет? Вот на ласте не надо использовать бомжей. Это надо смотреть по ситуации. Я, кстати, на ДКшнике никогда почти не переключаю на нечестивости, блядь. Ну, стойки. На бурст. Это для бичей все. Оказывается, пиздато ставить билку на хилов. Ну, если оверхил учитывается. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе... Жрать хочу, блядь. Чё? Кушать хочу, ну чё. Думаешь, я не хочу? Так, я ел еще последний раз в обед, походу. Я вообще с пельменей приготовила. Не говори, пожалуйста. Но нет, вы меня в ИК пригласили. Мы тебя заставили. Склонили. Неправильно, я Лачедана уже перехиливаю в 230-м, блядь, до груль магиков. Ну там просто слакает, нахуй, нихуя не делает, вообще заебал. Да, не ругайся. Да я не знаю, почему он тишину не забрал. Давайте быстренько убьем. Не знаю, нас так всегда хилы били за эти утешения на цирку «Лишь дай дорогу». Ну да, там же это топовая фигня. Две минуты, пожалуйста. Я вас умоляю. Минута, прошу. Нет. Просто минута, блядь. Нет. 52, 51. Все. Шансун, сбивай сферы. Да. Такой дедешит, блядь, я но еще не прокнул. Я в стане, блядь. На жука ставь. Поближе не могли сбить?
Жука бьем, жука ближе. Жука ближе. Можешь перевести сюда на ближнюю лужу босса. Эту жука далеко вести. Угу. Сферы сбивай. Блять, странно. Убили быстро. Блять, куда бежать? Беги на лед. Там его не было, он меня не убил. А он там на голову висит. Там подай там. И что ты делаешь, Вар? Умираю. Что, не видно, что ты мухич, блядь? На нахуй. Два вагона, блядь. Беги, малышка, беги! Упал Вар, топ-сетап. Бары, раздайте. Жук, жук, жук вышел. Заберите жука. Ой, дай бар по этому. Да не, не машину. Внутри кадр. Выше танка, что ты хочешь? Давайте рост. Если жук выйдет, придется бить, вот он идет. Жука сначала убьет, сейчас переведете, жука убьете, потом босса. Перевели, давайте босс. Ой, жука. В этот рейд держите на 30-ке, и мне при ДПС. Танка только держите на. Танка на фу. Боевой крик. На, включите меня. Не дали. Боевой крик. Да его нету в диссе, он срал на нас просто. Здесь фурики вкачан, блядь, боевой крик, на это пиз. Что у него забил такой, блядь? О, мало. Будь сюда, давайте. Да, сколько мало, то уже упало, ни одного еще не свалил. Все, я свалю. Ну, если на мага заберешь, меня сразу давай. Да есть, маг портовый. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Ну, не настолько.
Его Алиса свалила. Зараза. У тебя его еще нету, что ли? Нет. Гонит.